А ну бросай, живо! Тише, все нормально. Нет проблем, нет проблем, я же говорю. Ты кто такой? Звездный лорд. Кто? Звездный лорд, ну, бандит, легенда. А, неважно. Мы арестовали эту пятерку на Ксандре, все в нашей базе. Дракс, он же разрушитель. Его жену и семью убили, и с тех пор он заливает галактику кровью из жажды мести. Гамора, солдат, киллер, в розыске за целую серию убийств. Ракета, в розыске за 50 с лишним угонов, сбежал из-под стражи. А это что за черт? Грут, в последнее время этот дуболом заделался в личный телохранитель ракет. Питер Джейсон Квилл, также известный как Звездный Лорд. Кто его так зовет? Он сам, видимо. Находится в розыске за разбой, публичное пьянство и мошенничество. О, простите, я не знал, как эта машина работает. Это мое! Вот тупые! Эй! А ну живо снял наушники, я сказал! Они называют себя Стражами Галактики. Особенно енот. What time to feel?